Фрагмент «Голова женщины» – работа, уверенно приписываемая Иеронимо Босху, выставлена в музее Байманса в Роттердаме. Очевидно, этот небольшой кусочек 13 на 5 см был когда-то частью более крупной панели. По мнению большинства исследователей, работа достаточно хорошего качества и напоминает одного из персонажей известного полотна «Корабль дураков». Если это была какая-то альтернативная версия упомянутой картины, до наших дней не дошедшая, то она и появилась примерно около 1500 года. Работа была обнаружена в августе 1933 года немецким искусствоведом-историком Максом Фридлендером где-то на художественных распродажах в Амстердаме, и была она оттуда привезена неким коллекционером из Венеции. В том же году она была куплена голландским коллекционером Даниэлем Джорджем ван Боннингеном, который завещал в 1958 году их музею Байманса.